Всем добрый вечер. Мое знакомство с компанией LR произошло через Лирию. Благодарю ее за это, кстати. С чего я начала? Первое, с чего мы начали, это с крема прополиса. Почему именно он? Лирия посоветовала его, потому что у моей дочери очень был сильный атопический дерматит и высыпание на ногах. Кстати, за 5 дней этот крем убрал все высыпания и сделал кожу гладкой. Также аптечка, вот эти продукты. Что можно еще добавить? Как вы видите, у меня два маленьких ребенка, и мы очень сильно в декабре болели. Но я на грудном вскармливании, поэтому мне нельзя пить антибиотики, таблетки. И Лиля посоветовала набор скорой помощи. Да, Лиль? Да. Вот. И еще вот такие... А, вот. Как правильно? Капсулы цистус инкал, складаник и мумиан. Да. Они абсолютно безопасны, даже... Для будущих мамочек, для кормящих мамочек. Да, кстати, классные они. Очень повышают иммунитет. Угу. Так, ну и, конечно же, как уже без любимого Лириного геля алоэ. Мы начали сначала, кстати, вот с персика. Кстати, Карим его тоже обожает. Ясмин, подойди, пожалуйста. Ты любишь крем алоэ? А гель алоэ? Ну скажи в камеру тоже. Гель алоэ. В общем, я с ним сегодня готова сниматься. И также, так как у меня заболел супруг, мы приобрели питьевой гель Иммун Плюс. Он с имбирем. Своеобразный, но Кариму, как ни удивительно, тоже понравился. Да, ребенку 10 месяцев, и пьет, и персик, и стали давать мой мастер, и питьевой гель с имбирем тоже пьет. Да, пьёт. Вот, да. Да, вот. Да, и еще, кстати, мой мастер очень хорошо нам помогает. Карим у нас такой... Бывает иногда возбужден, станет, плохо спит, и мы сейчас начали ему давать по чай, ну, чуть меньше чайной ложечки на кончике. Тоже нравится. И, кстати, он стал лучше спать. Вот. Ну и, конечно же, как не обойтись без подарков, мы заказали еще гели. И нам пришла подарок. А вот она, кстати. Вот. Такая перчатка. И вот маска. И маска. Почему решила выбрать такой набор? Потому что мне понравился изначально другой набор, я просто взяла для ухода. Кстати, я сама занимаюсь косметическими услугами и, в принципе, много перепробовала разных фирм. И мне понравился вот этот набор. Здесь у нас молочко и тоник. Очень классно увлажняет кожу в зимнее время. Да, в зимнее время. Поэтому решила попробовать и маску, так как она идет еще в подарок. Я тогда решила заказать весь набор. И еще Лиля посоветовала такую пенку. Мы тоже ее попробовали. Тоже очень понравилось. Очень классно увлажняет лицо. Ну вот, это мой честный отзыв. Да, спасибо, Эльвир. Я хочу сказать, что продукция действительно очень экологичная, натуральная, безопасная. Даже для вот таких вот маленьких карапузиков и даже меньше детишек можно давать абсолютно безопасно. Вот. Ну-ка, Эльвира, где открытые бутылочки? Вот это можно, Каринчик? Да, да. Давай-ка откроем, дадим, пока покажем, что... С персиком? Да, с персиком. А молочку не приготовили? Да, вот молочка есть. А, ты посудила! Это кого-то не новый! Вот, да, мы сейчас прям покажем. Где? Вкусняшка. Давай. А? Вот, с удовольствием пьёт. Ясмин, ты будешь? Давай, его я тоже попей. Ну, и Ясминка. А еще хочу сказать, что в салоне у Эльвиры очень сладкая. Бьюти-пространство Рэй, адрес я оставлю. Можно прийти дегустировать парфюмерию и наши питьевые гели алоэ по предварительной записи, конечно же. Да, поэтому всех ждем к нам в гости. Вот. Еще хочу алоэ. Все, больше нельзя. Еще хочу алоэ. Вот. Ну и, конечно, всегда можно оформить дисконт на все эти продукты, на скидку от 28%. Есть наборы со скидкой даже 53%. Поэтому буду рада познакомить вас и влюбить в нашу продукцию. Обращайтесь ко мне, либо к Эльвире. Мама, как позвонить? Вот такие, этот умный.